Так, всем привет, всем здравствуйте. Иду в нашу школу из боевых искусств. Сделала страховочку ребеночку своему. Обязательно страховка на год. Делается в электронном виде. Быстренько надо занести. О, моя туп-звезда. Кроссовки. Здравствуйте. Моя вот там в самом последнем ряду. Саша, можно тебя? В электронном виде. 50 тысяч, да? Нормально? Да. О, у вас она пошла сколько? 405 рублей. О, отлично, с какой поезд? А я в сравни зашла, и там сравни, да, вот эта точка ру. Сбербанк, тут 650. Вот, да, да, Сбербанк, вот сравни. Выдал вот эту и 650 Сбер, да. И я зашла вот сюда и сделала. Да. Все, Саш, ты извинишь, что так произошло? Потерпи уж. Все, слава Богу. На самом деле я писал, что на все лето, я посмотрел уже. Да, а я работяги наш. Так что так на сравни.ру. Я вообще не соображаю ни хрена. Зашла, смотрю, сравнила. Он мне вот эту выдал из Сбер. Сбер 600 с чем-то, а это 405 рублей. И без, через систему быстрых платежей ничего на Тинькофф, но через систему. Вот как было 405, так 405. Хорошо. Так что посоветуют, пускай через сравни. И оно сразу выдало только два банка. Вот этот и еще один. И все, больше ничего. Я там единоборства какие-то написала. Боевые искусства, короче. Я не знаю. Работайте. Здравствуйте. Все сделали. Вот видите как? Я вот вроде и не хакер, а все получилось у меня так, как надо. Так, я арбуза, конечно, хочу. Скорее всего, надо зайти. Вот так, ребята. Все на инстинктах. Правда, я зашла на... Это не реклама, ничего. Я вообще не понимаю. Я просто зашла на сравни.ру. И все. И мне выдало два банка. Сбер и страховка. И вот еще какой-то. Кому интересно, я посмотрю. Сбер за 650, а это за 405 рублей. Оплатила через Сберкарту. Он перекинул меня на Сбербанк онлайн. Здравствуйте. И все, я спокойно оплатила через систему быстрых платежей. Так что, девочки, мальчики, родители, кто пользуется, кому надо застраховать детенышей своих на спорт, только обязательно там галочку ставить надо, что... Ой, господи, не с тренировками, а соревнованиями. Обязательно, потому что он без соревнований и с соревнованиями. Это очень важно, потому что тренер написал, что с соревнованиями. Не профукайте этот момент. Все. Электронная почта. Оплатили. Через секунду вам страховой полис приходит. Так что? Сейчас я хочу арбузик. Здравствуйте. Очень хочу арбуз. Говорят, глюкоза, но не знаю. Хочется мне очень. Вот там Маша, наверное, сегодня. Че, надыхалась? Здорово. Теперь работаем. Ой, как у тебя, Маша, душно. С ума можно сойти, Маша. А что такое, Маш? А как ты тут, Машуля?
Ты сдуреешь. Кошмар. Тут одуреть можно. Ого. Офигеть, Маня. Ты чё? Я хочу арбуз. Сейчас я буду девочку выбирать. Но я уже одну вижу. Нет, не девочка. Нет. Выбираем девочку. Нет, нет. А ты кто? Я одну вижу уже. Ну, вот это тоже девочка, но это получше. Берем вот эту. Учимся определять, какой арбуз хороший на весь мир. А вы когда приехали? В воскресенье? Вечером чи ночью? Я не помню, я сразу буду вас. Но я вас не слышала, когда вы там. Что там? Кто? А, я не знаю, он давно уже в городке появился. Ну, а сейчас он встанет. Он уже приходил к нам жить. Все так, давайте смотрим, ошиблась я или нет. Стоять. Два камушка у меня в желчном. О, Господи. Я говорю, что делать? Ничего, жить. Жить с камушками. Как хлобыснет тогда. Сейчас посмотрим. Одну руку не... Ой, красивый. Ну, красота. Опять Лена не ошиблась. Очень вкусно. Это маме. Ей много нельзя. Да мне зачем? Это нам с Олькой. То ли она рыбу бросить сидит, то ли рожать собралась. Нет, она б не сидела, если б она рожала. Ну что это кошка? Она пойдет искать другое место. Сейчас зашла до Василия Васильевича в магазин. Такая духота. Машка, говорю, бедная, как ты? Кондиционеры не тянет, ну, везде, один. А я вот на УЗИ тоже была. Все. Зашла, ей вентилятор принесла, включила. Это самое, тоже духота. Вообще не тянут. Ну, так понятно. Мы на работе тоже стараемся один, там на пару кабинетов. Я тебе так. Не говорила это, Неля, в субботу. Постоянная картина, когда я захожу домой. Вот так. Господи, вот что здесь было? Ульян, ну вот как вот не ругать ребенка? Молоко, пожалуйста. Молоко. Вот. Постоянно вытирать все. По 10 раз на день. Так, я купила селедку. Сейчас я отварю картошечку. У меня есть мелкая картошечка. Надо. А, то целуются, то дерутся. Маня, Манюша, спокойная такая девочка. Как велосипед, худая, длинная, здоровая, Сима маленькая такая. Тут что у нас? Капец. Вечер, что наела? Все это, ничего нового. Ладно, поехали. Так, давайте так. Смотрите. Я не знаю, первый раз взяла... Картошку я уже поставила варить. Помыла рыбу. Первый раз я взяла вот такую рыбу. С
Сейчас я ее вот тут удалю. Тут я вижу. Я никогда ее не разделывала, но на просвет я вижу, что там что-то есть. Я сейчас, если удалю вот это, положу сюда и запеку. Есть у меня еще одна. Я никогда не варила из нее уху. Поэтому я сейчас сварю, попробую сварить маленькую кастрюльку ухи на всякий случай. Ну и запеку тоже. Это камбала. Камбала обычная. Я ее никогда не готовила. Сейчас я удалю отсюда жабры. Я удаляю жабры со всех рыб. Абсолютно. Пускай даже это будет карась с фалангу пальца. И посмотрим, что получится у меня. Сегодня у меня, короче, какой-то рыбный день. Кошки безумели, конечно же, сразу от запаха. Так, мудрить я много не буду. Я не знаю, как ее лучше. Ну, короче, я нашла у себя помидоры. Я нашла у себя соль. Все, жабры я все очистила. Здесь, кстати, тоже немного. Аккуратно только будьте, у них есть желчный пузырь. Вот так положу на подушечку. Лук не буду, я не люблю лук. Так, в таком виде. И нашла приправу для рыбы. Мудрить сильно не буду. Ты там потерялся, ходит, кричит, а? Самый смелый. Самый смелый. Кто тут? Самый... А, о боже! Все, разбрелись по квартире. О, так вы в зале спали. Они вообще в Ульяны в последнее время живут в комнате. Где вы там жили, были? Все, ребята, уже скоро отдавать будем. Два мальчика и девочка. Вот это мальчик. Маня! Кошки, конечно, с ума сходят. Я дам, я угощу. Все, перемудривать много не буду. У меня лимончик есть. Не хочу, потому что я даже вкуса этой рыбы не знаю. Ну, не знаю, что я могу поделать. Никогда я ее не ела. Никогда я ее не покупала. А может, ела, да не помню. В общем, я хорошо оберну это все. И в духовочку. Ну и, естественно, у меня еще одна есть. Побольше, чем это. Я попробую сварить уху. На вкус ни, понятия не имею. Ну, если что, кошки, собаки съедят. Все. Это у нас ужин с Ульяной. Картошечку у мундирах отварили. На сливочном масле поджарили. Хлебушек. Селедочка и улечка. И уха у меня варится. Сегодня вот такой у нас с ней рыбный день получается. Я бургеры разжевала. И молоко разлила по всей этой. Приятного аппетита, Уля. Смотрите, что я делаю. Я решила вспомнить молодость. И жарю семечки. Я их помыла. Мы раньше их всегда мыли. И на раскаленную сковороду. Может быть, от этого вкус совсем другой. Уха еще варится. Это очень дорого стоят сейчас семечки. Очень дорого. У меня Ульяна каждый день покупает пачку семечек. Это 121 рубль. Ну, это просто это пипец. Раз в два дня она точно ее покупает. То есть это 15 на 120. Нет, это для меня просто очень. Это сколько будет? Полторы. Почти, ну, около 2000 рублей в месяц на семечки. Нет, ребята, я столько не зарабатываю, чтобы... И вообще сейчас все так дорого. В общем, я решила попробовать. Эта пачка огромная семечек «Солнечный край» стоит 45 рублей. Здесь... Две пачки, наверное, или три тех, что мы покупаем. Поэтому я экономлю 300 рублей. Будем жарить. Так, уха уже сварилась. Надо только добавить... пожалуйста, звезда.
надо добавить петрушечку. И все. Уха готова. Селедку мы поели. Так, надо это. Одной рукой не смогу. Уже 7 часов. Блин, жара, у меня еще духовка. Рыбу я приготовила, но я ее не доставала. Не знаю. Так, ну все, ребята, закончила. Я мокрая вся, как курица. Причесывалась, но это бесполезно. Надо идти в душ. Семечки пожарила, уху сварила. Рыбу запекла. Рыбу не пробовала, потому что селедки наелись. Это сегодня уже ее никто есть не будет. Это завтра. Когда уже эта жара закончится, невозможно. Так, еще кое-что хотела сказать. Я не знаю, как бы было не прискорбно кому, как бы было неудобно кому-то, но, скорее всего, буду потихоньку с Ютуба уходить, потому что толку от него никакого нету. Дальше все хуже и хуже. Перспектив я в нем практически не вижу. Буду переходить на Дзен. Дзен – это наш российский канал, наш Ютуб американский, все мы знаем, а полностью России принадлежит Дзен, Яндекс и все остальное. Поэтому там не зря работать, признаюсь вам честно. Сегодня я уже на Дзен получила первую зарплату. Ну как зарплату? Первое начисление денежное в рублях, не в долларах, а в рублях. Немножечко, но приятно. Процесс пошел. Тем более я на Дзене, я не знаю, месяца 4, если есть, то хорошо. Мне кажется, даже меньше 4 месяцев. А может и 4. Так время бежит. Вообще уже в ноябре, уже или в конце октября, уже год, как я на Ютубе. Так что будем потихоньку на Дзен переходить. Поддержим, так сказать, отечественного производителя. Не, ну надо своих поддержать в такой трудный момент. Они нас поддержат. Я еще раз говорю, Дзен уже открыл мне монетизацию. И сегодня я уже увидела первый доход. Конечно, трогать я его пока не буду. Пусть копится там, сколько ему надо. Сколько будет, это так интересно, я практически ни в чем не разбираюсь. Но сейчас, короче, даже каждое видео, заходишь в свою блогерскую студию, и там каждое видео сколько набрало, копеечка. Вообще так интересно. Вот, так что вот так. Ну, а на сегодня все, видно, да? Вот так видно, мокрая вся, надо идти. В душ уже невозможно, без 15:08. Так хочется кофе, а я поела арбуза. А вообще полный желудок воды постоянно. Полный, растянутый желудок воды, воды, воды постоянно. Ох, и прямо сейчас тут воды напилась, вернее арбуза наела, сверху водой продавила и хочу кофе. Я попью попозже. Ну да, вот кожа выходит, я сейчас в душ хожу. В общем, вот так вот. Семки пожарились, прикольно, как в детстве. В юности мы жарили сами. Все, пока-пока, ребята, смотрим. Пока еще и на YouTube выложу, но на Дзен все равно я первое выложу видео. Будем потихоньку переходить, потому что, ну, как бы... Как бы это ни звучало, но это моя работа. Я еще раз, я всем рассказываю, говорю, попробуйте кривляться на камеру. Попробуйте, ну даже не кривляться, а попробуйте снять себя на видео, понимая о том, что тебя увидят все, и тебе это надо выложить куда-то. Это тяжело, ребят, это очень тяжело думать постоянно о том, что тебе надо сказать. Поэтому я считаю это своей работой, подработкой. Пока я как физическое лицо оформлена на Дзене, договор заключила. Потом будет как самозанятая, возможно. Ну, посмотрим. А самозанятая я тоже не могу быть.
я, в принципе, работаю. Ну, в общем, посмотрим. Разберусь, я еще там сильно не вникала. Так что у меня сегодня вот такое вот. Не зря моя работа, Дзен мою работу оценил. А YouTube? Дулькин хрен. Ну все, ребят, пока-пока. Хорошего вечера, утра, там, дня, кто когда будет смотреть. Все, пока. До встречи.